дорогие друзья, снова здравствуйте. А вот теперь мы приехали в наш отель, в котором мы будем заселяться. Самое интересное, что очень интересно. Вот смотрите, нас здесь вот выгрузили. Мы доехали через ворота, вот здесь наши чемоданы стоят. Да? Здесь я стою. А отель находится. Сейчас я вам покажу, где. Угадайте. Отель находится на той стороне. И поэтому мы сейчас поплывем туда. Нас будут переправлять. Вот так. Ну, палку уж я доставать не буду. Ну, смотрите, мы идем, загружаемся, чтобы переплыть. Сегодня у нас был очень насыщенный день. Мы посмотрели много отелей, получили массу полезной информации. Сейчас будет у вас реклама. Видите, как хорошо. Я тебе сяду на краешек? Конечно. Здесь сыро, но по-другому нельзя. Здесь везде сыро. Так что садись как есть. Да? Ну не то, что я вообще... Мы здесь вот здесь разбираемся. Разборка маленькая только. Дождик пошел. Так, мой чемодан, мой рюкзак взяли. Гости, вы же видите, просто гости идут, которые, они проживают здесь, вот видите, в город ездили, возвращаются. Так, ну что, мы вот поплыли, видите, вот так плывем. Нам надо вот туда, на ту сторону пальцем показываю. Вот наши вещи. Мне надо проверить, мою сумку взяли или как. Мы плывем оттуда. Туда. Вот такой речки. Ну и так вот доставляют в отель всех туристов, чтобы вы понимали. Ну, такое часто встречается. Ой, ну что, мы прибыли, дорогие друзья. Впереди нас идет вот такая вот дорога. Нам здесь вот будет держаться. Ой, ёшкин кот. Она чуть не перевернулась. Мы идем. Мы идем. Hello. 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 Видите, как здесь нас встречают? Пожалуйста. Да, надо поджечь. Сейчас мы подожжем. Давайте. Традиция. Угу. Давайте, сеньора. Я уже жду поджечь. Что, не разжигается опять? Разжигается. Нормально, не поставили. Помните, когда не разжигалось в каком-то у нас? Ей подставочки поставили. Девочки, ритуал должен быть. Так, у меня правда. Не такая, видите, красота. Так, дорогие друзья, мы приехали. И с чего начнем? Начнем с ванной комнаты. Там, где мы проживаем. Так, ну вот здесь такая ванная комната. Ну все, душевая кабина. За мной. Здесь туалет. Здесь вот раковина такая. Отлично, да? Так, а здесь что у нас открывается? Ага. Здесь открывается окно в мир, а там другой шкаф. Понятно? Так. Пошли дальше. В этом отеле мы будем жить несколько дней. То есть одну ночь. Поэтому вот так. Угу. Так, вот у нас такие две кровати, видите? Раз, два. Шкаф там большой. Давайте я подойду поближе, чтобы вам было видно. Здесь шкаф, бар. Ну, и для этого самого. Вот так. Мы. Так, что еще, на балкон пойдем? Пойдемте на балкон.
Мы его еще, правда, не открывали. Я не знаю, с какой здесь стороны. Ага. Открываем. Сегодня, конечно, не погода. Ну что сделаешь? Ага. Слушайте, у нас вид на сад. Не на океан. Вот такой маленький балкончик. Вот он на мне, видите? Два кресла. Там вход в номер. Здесь вот два кресла. А вид вот здесь вот такой. То есть... Вот это территория отеля уже. Отель зеленый, отель 4 звезды. Здесь у нас будет сегодняшняя ночь. Ну и снова здравствуйте. У нас сегодня торжественный ужин. Нас встречающая страна принимает. Ну, как бы так как мы живем в этом отеле, у нас будет обычный ужин. Ну, видимо, нам что-то нальют. Пойдемте, я вам покажу тогда ресторан этого отеля. Чтобы было понятно, что здесь происходит. Буду показывать, покажу. Ну, здесь вот такой повар, шеф-повар. Видите, так, тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Вау. Что это такое? А это свинина какая-то, кстати. Ну, здесь вот люди кушают. Пойдемте сладости посмотрим. Сладости, как всегда. Кстати, мороженое, пирожное. О, давайте вот это майонез минимум. Раз, два, три. Вот так вот. А угадайте, что здесь происходит? Здесь происходит прощальный вечер с принимающей стороной. Здесь вот такие музыканты у нас, диджеи, которым я нашаманила, и они ставят классическую музыку. Вот видите, как они сидят за пустыми. Ну и снова здравствуйте. Слушайте, я назову свой канал. Снова здравствуйте. Ну, не спится мне. Сегодня более-менее нормальная погода. Нормальная погода — это большая влажность, температура. Сейчас я посмотрю, сейчас, наверное, 27. Но тепло, видите, такой. Он сильный, но он не холодный. Короче, я попёрлась на пляж. Все там еще спят, во-первых. Вот, видите, это самое, заборчик отеля. Там идет променад. Я дальше пойду, я вам покажу. А я уже стою на берегу океана. Короче, из нашего номера, конечно, видна помойка. Вот. Но там, если посмотреть, сколько зайти, сесть на кресло, видно вот прямо на побережье, где я сейчас стою. То есть это буквально 500 метров. Ой, ну а теперь давайте. Та-да-дам, та-да-да-дам, та-да-да-дам. Заходим ближе к морю, делаем 5 шагов. Я поворачиваюсь и показываю вам океан. Слушайте, красота, я сейчас здесь буду сидеть и просто медитировать. Здесь, правда, люди бегают, а так все хорошо.
сегодня океан. Я охраннику говорю, а где здесь пляж? Он говорит, вот. Я говорю, а я хочу, я пойду купаться. Он говорит, но, извините. Я говорю, yes, я не пойду топиться. Ну, в общем-то, волны-то приличные. На океанах вообще как вот такая история с купанием. Поэтому думайте сами, решайте сами. Короче, купаться здесь нереально. Ну, серфингисты это будут здесь, волны, посмотрите, какие. Вот я зайду поближе. Пускай эти волны идут на нас. Она, в принципе, небольшая подойдет, она подкатит прямо к ногам. Нет, здесь купаться, в принципе, нормально. Мы при таких волнах купались. Я просто здесь вообще одна на пляже. Если я утону, то меня никто не найдет. Конечно, грибней много, здесь далеко идти, действительно нельзя купаться. Если бы вот эти гребни начинались где-то здесь, а там дальше было бы гладко, тогда можно было бы купаться. То есть там дальше просто как бы плавать на волнах. А здесь посмотрите, как вдали они уже заворачивают. То есть ты заходишь, ну вот эту волну, под нее как бы проходишь, дальше тебя, по идее, качает на волнах. Поднимает, опускает. Сама волна, и ты на ней там полтыхаешься. Такая классная штука. Вот. Но дело в том, что здесь вот эти вот гребни заворачиваются. Вот посмотрите, где они. Далеко-далеко. Вода теплая. Потому что, видите, здесь море штормит, здесь песок поднимается. Ну, что, здесь купаться вот здесь сегодня нереально. Шторм, а что вы хотите? Только даже в ней были дожди, там даже солнышко. Тепло. А теперь мы, конечно же, должны вспомнить про то, что не во все страны в определенное время надо ездить. Можно ездить. Ну, все равно тратим на отпуск летнюю жизнь, а только там неделю-две максимум. Вот так вот. Мы думали, куда бы нам податься, а теперь надо вспомнить про то, что страны не все. Ходят, принимают, так сказать, отрезают сезоны, когда туристические сезоны, приезжать именно в них. Потом, вы представляете, когда в 50 случаях готовы полететь на край земли, лишь бы полететь, сейчас нам все придумать. На самом деле отдохнуть просто здесь, и вот даже без моря, по вашим посылкам, я считаю, что можно. У кого позволяют деньги, таких удовольствий. Я получила огромное удовольствие от поездки. Как вы поняли, у нас сегодня построили 6 дней. Давайте мы ее 6 дней выпишем. Отель. Нет, у нас сегодня, кстати, будет еще 3 отеля, но они в широкой доступности. Вот эта вот береговая линия, вот видите, береговая линия. Вдоль этой береговой линии за пальмами такими красивыми идут отели. Поэтому мы живем вот в этом, который напротив. Дальше мы посмотрим, наверное, вот тот. Ну, в общем-то, так вот, через забор. И, наконец-то, придем наш еще один отель. Вот. У нас будет теперь хороший. Лучше, чем наш. Здесь отлично. Это же сейчас берем четверки. Так, это буквально на полдня. То есть, короче, на ужин едем. Будет отдохнуть немножко перед полетом. Летим мы в ночь. Так что все. Мое путешествие. Я даже еще не прощаюсь. Это прощение, это стоит прощаться. Но я еще, может быть, сюда приду. Сюда только. Потому что сейчас только 7 часов. Но потом только потом приду сюда. Еще делаю прощение. Может быть, только фотограмм. Разберу вас там все в 5 утра. До скорого встретимся. Thank you.
Доброе утро, дорогие туристы, друзья. Ну, я все-таки полезла в океан. Сейчас немножко посветлее стало. И у нас коллектив вышел. Поэтому одной тонуть не так страшно. Слушайте, классно, на волнах. Сегодня просто... А я сейчас здесь у бассейна. Там даже серфингисты появились. Наверное, пойдут. Так что вот так. Можно купаться, можно. Только не надо, вот когда совсем большой шторм, а когда вот сейчас, ну как утром. Утром было пошумнее. Сейчас приду, покажу, какое было море. Я сейчас уже бассейна. Сейчас пойду ополоснусь. Здесь видите как? Вот бассейн за спиной. А вот там вот это море уже. Океан, вернее. Так что все близко. Классно. На волнах попрыгать. Ну и так. Я все-таки решила вам показать, какой сегодня океан еще раз, о котором я сказала реально купаться. Вот иду делать заплыв. Раз, два, три. Поехали! Вот здесь вот прямо вот заходите. Ой, господи, какая красота! Вот там вот между вот этой волной и следующей, вот видите, промежуток довольно-таки приличный. Вот там просто на волнах катаетесь. То есть еще надо место выбирать, потому что здесь бывают подводные всякие рифы. В общем-то, класс. Но уже желающих нет. Уже желающих нет. Ну вот. Сейчас положу телефон и пойду нырять. Я дождусь кого-нибудь. Умирать вдвоем веселее. Я вспомнила про рубрику, которая называется «Прощаемся с этим отелем». Пока мои коллеги пошли осматривать отель, в котором мы жили, по новой, о котором я вам уже кое-что показала, я выступаю с прощальным словом. До новых встреч, данный отель. Нам здесь все понравилось, мы были счастливы провести здесь один день. Классно. А вот смотрите, здесь напротив нас ждет паром, который повезет нас на другую сторону. Я на ресепшене.